конец 60-х, Москва, аэропорт. Ил-18 новый, уже готов в полет. Готов лететь на север, далеко-далеко. Где ждет людей работа, там, где очень нелегко. Мы рады вас приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена, как вдруг на трап собака решительно зашла. Обычная собака, обычный рыжий пес, он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса, видя такие чудеса, хозяина спросила, а справка есть на пса? А я не знала справки, но вот его билет. Какой же еще нужен на псину документ? Да нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумал не я. Пес выронил авоську, предчувствие беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял, и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок. В полосе разлуки помчался самолет, и улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака и что им тот билет? Хозяин оклемался, все у людей легко. А пес, пес ждать остался, ждать друга своего. 4 долгих года людей не подпускал, тайком на летном поле он объедки подбирал. В любую непогоду встречал он каждый рейс. Такая вот порода в дворняках наших есть. Он типа самолета прекрасно различал. Он ждал Ил-18, но слишком долго ждал. И вот однажды утром, весеннюю порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так. Как жаль, но век недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его ласкал, и женщину, в которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел, ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства. Кому же в жертву ты принес своей собаке сердце?